Всем привет, меня зовут Масленников Илья. Сегодня мы с вами разберем, что такое категории и как они настраиваются. Давайте приступим. Прежде нам необходимо перейти по ссылке, которую я прикрепил ниже видео по MarketGuru, зарегистрироваться и обязательно скачать расширение для браузера Chrome. Это очень удобное расширение, так как, смотрите, вот оно находится. Вот в разделе MarketGuru. Ничего сложного при регистрации нет, просто регистрируйтесь. Почта плюс MarketGuru в том, что вам будет доступен пробный период на протяжении месяца. Переходите в главную вкладку, вот сюда нажимаете, и вот тут есть еще расширение для Chrome. Скачивайте его, для чего это удобно. Вот как раз таки, когда мы будем переходить в любую карточку товара, у нас вот тут вот будет появляться такое очень удобное окошко, и мы какие-то определенные данные по аналитике можем здесь видеть. Тем это и удобное расширение. Дальше приступим. Что нам необходимо? Нам необходимо как раз таки настроить SEO. Я сделал вот такую таблицу для категорий. Вот сюда мы будем записывать категорию, в которую мы хотим попасть, дополнительную категорию, поле, в которое необходимо это слово указать, и само то слово, которое и позволит нам оказаться здесь в дополнительной категории. Смотрим. Для примера я взял как раз таки вот этот товар, женский пиджак, черный оверсайз. Чтобы нам попадать в дополнительные категории, все дополнительные категории нам подтягиваются от заполнения характеристик, только здесь. Смотрите, какой момент. И что немаловажно, я уже просто набил, скажем так, глаз, и поэтому я вижу сразу же, почему, допустим, в разделе назначения в школа и вечерняя мода пиджаки не будут отображаться. Тем самым данный продавец, как и, возможно, как и другие 90% всех продавцов, сделал как? Просто нашел своего конкурента, подсмотрел у него. Даже, возможно, посмотрел через сервис аналитики, вроде бы, да, у него там, вау, много категорий, но на самом деле, забив вот эти вот два неправильных слова, данный селлер теряет еще больше дополнительных категорий. Притом, два слова, они могут вам вплоть до 6, до 7 даже дополнительных категорий принести, поэтому это очень важно на самом деле, и зачем отдавать то, что использует нам во благо. Нам важно понять, да, действительно, а как же все-таки, ну, уметь анализировать и подбирать данные слова под данные критерии. Перейдем, еще покажу, да, вот действительно, какие категории отображаются у данного продавца. Смотрим и видим то, что офис, да, вот, вот представьте, просто от офиса ему потянул с 3 дополнительные категории. И просто 2 других слова, которые указаны неверно, ему мешают еще накрутить, скажем так, ну порядком, не знаю, можно до 12 дополнительных категорий, я думаю, сюда будет свободно подтянуть. А возможно и больше, как раз таки нужно проверить. Для высоких, для невысоких это обычно тип простовки, тут ничего сложного нет. И женщинам пиджаки, жилеты, жакет и так далее, это просто самая главная категория, которую при регистрации карточки, при заведении карточки на Wildberries, да, селлер указывает. Вот, это то есть ее самая главная категория, пиджаки, жилеты и жакеты. Все, соответственно, тут ничего сложного нет. Дальше. Ну, вот как раз таки по этим позициям у нее категории потянулись. То есть смотрим для высоких, офис и главная категория джакеты. Возможно, значит, она указала при заполнении своей карточки как раз таки жакеты. Смотрим. Для высоких. Так, тип простовки для высоких. И понятное дело, что отсюда у нее потянулся офис. Все, ну это, ну, это в принципе очевидно. Заполним, да, просто для примера, как это выглядит. Тип ростовки для высоких, и мы попадаем в доп. Категорию для высоких. Если бы мы, допустим, указали тип ростовки для невысоких, ну, соответственно, мы бы и попали в такую доп. Категорию для невысоких. Офис на пиджаках. Ой, в разделе назначения офис
позволяет пиджакам попасть тоже в доп. Категорию офис. Это мы, в принципе, увидели здесь и сейчас через данного селлера. Но наша эта задача, да, дополнить еще карточку дополнительными категориями. И что нам необходимо делать? И тут как раз-таки мы открываем Market Guru, переходим в SEO Optimizer, копируем. Можно отсюда, можно с карточки товара, здесь артикул, либо просто скопировав ссылку. Заходим мы в SEO Optimizer, как я уже сказал. То есть это вот такая вкладка здесь. Вот тут есть такой раздел SEO Optimizer. Вставляем артикул, нажимаем Enter. Выбираем подраздел категории. Просто так проще. На самом деле тут можно выбрать и по ключевым словам, но по категориям нам сейчас более ближе, потому что мы как раз таки, в принципе, этот раздел ищем. Но все равно нам потянутся значения и даже ключевиков. Наша задача, да, проанализировать у нее же жакеты, мы поняли, это посмотрев на ее карточку, как раз таки берем пиджаки, жилеты и жакеты. То есть это ее самая главная категория. Наша задача, количество товаров для анализа, мы берем 30. То это здесь будет введено топ-30, топ первая тридцатка тех, кто, да, отображает самых высоких категорий. И смотрим, чтобы минимальное число категорий, ну, давайте поставим от 3, чтобы меньше 3 нам точно не было. Но в целом, если они здесь на высоком уровне находятся, даже 40 можно ввести, да, вот, то в целом у них по максимуму у всех 40, да, те или иные категории, они должны быть отработаны. И нажимаем сравнить. Сейчас максимально быстро Market Guru анализирует просто весь рынок и выдает. На самом деле он нам даже выдал намного больше. Он показал нам доли слов, доли характеристик и категорий. Но опять же, и для желания мы еще можем посмотреть описание, характеристики и категории. Да, как бы подраздел характеристики, это нам для заполнения карточки, соответственно. Также для ключевиков характеристики нам дают. Но в целом, вот именно для доп. Категорий, которые я говорил, это именно заполнение именно в тех полях, именно те слова, скажем так, тавтологии, но так оно и есть. Смотрим категории. Мы видим, для чего мы сейчас это смотрим. Нам просто важно понять, какие вообще в целом, да, то есть могут присутствовать или отсутствовать категории. Мы видим то, что женщин офис, пиджаки, жилеты и жакеты, женщин офис, пиджаки и жилеты у нас присутствуют. И у нас в целом отсутствует 13 категорий. Будущие мамы для невысоких, то, что я вам показал. Мужчинам нам не интересно. Будущие мамы, большие размеры. Угу. Одежда для дома, большие размеры. Второй момент. Мы эту вкладку не закрываем. Нужно еще кое в чем убедиться. Открываем новую вкладку. Мы знаем, что наша главная категория называется жакеты, женщина-пиджаки. И нажимаем сюда поисковый запрос. Вводим пиджак женский. Вот тут нам выходит наш запрос. Тут есть определенные символы, да, это не, тут есть определенные значения, но нам они нужны не для этого урока. По сути, эти значения нам больше помогают, когда мы анализируем нишу. Нажимаем подробнее, и вот тут есть вкладка категории. И вводим. Сейчас он опять анализирует. Жакеты. Или пиджаки можем еще ввести. И мы видим. Для чего вот этот раздел мы ввели? Мы смотрим вообще все возможные варианты в категории жакетов-пиджаков, которые мы можем подставить в доп. Категории, именно связанные с женщинами. Мы же искали женский пиджак, соответственно. И мы смотрим. Женщинам большие размеры. Угу. Допустим, я хочу попасть в большие размеры. Все, я вот хочу попасть в большие размеры. Дальше. Женщина большие размеры, пиджаки это главная категория, большие размеры, женщинам офис у нас уже присутствует, большие размеры это в принципе просто от одного значения, подтягивается несколько значений, для высоких у нас уже это присутствует, будущие мамы, почему бы и нет, хочу попасть в будущие мамы, будущие мамы,
Одежда для дома. Да, хорошо. Одежда для дома. Дальше. Так, вкладка. Одежда для дома. Премиум. Премиум — это некоторые акции, бонусы, скидки. На это не обращаем внимания. Одежда для дома, женщины, большие размеры. Все, мы убедились, что все возможные вообще, да, то есть категории, которые для пиджаков есть, это офис, это большие размеры, это будущие мамы, для высоких и не для высоких. И через раздел как раз-таки еще SEO Optimizer мы в этом более удостоверно убедились. То есть, вот так. Смотрим. Ну, тут те же самые. Я как бы это по большей части делал для проверки, но на всякий случай необходимо это делать, так как бывает тут, ну, да, мы же сравнивали топ-40, но не у всех топ-40 бывает, даже не у всех топ-40 могут быть те самые категории, которые, ну, они могли подставить. Но хотя продажи у них могут идти, да просто потому, что они крутят рекламу, то есть вот в таком плане. Думаю, понятно это сказал. Все, нам это пока уже не нужно. Да? Нам важно теперь понять, как попасть в большие размеры, как попасть в будущую маму и одежду для дома. В принципе, я уже знаю, в каких подразделах, в каких полях и какие слова необходимо вводить. Но опять же, нам надо что делать? Научиться это анализировать. Заходим в ту вкладку, где мы вводили жакеты, где мы видели все возможные, да, то есть вариации этого слова, скажем так. Здесь мы нашли все необходимые категории и путь, как к ним попасть. Женщины, большие размеры, пиджаки, жакеты, пиджак. Мы нажали. Нас перебросило на вкладку категории. Мы понимаем, что нам надо зайти женщины. Нажать большие размеры. Нажимаем под категории. И ищем. Большие размеры. И наша задача найти, можно одежду для дома. И наша задача найти женщины большие размеры, пиджаки. Нашли. Нам отобразился всевозможный товар, который именно находится в этой подкатегории. Для сравнения мы берем вот так вот. Нажимаем на 5 товаров. Почему именно такая рутина немножечко работа? Потому что вообще нету такого понимания, как ставить именно те слова в данный критерий. То есть тут вот только приходится такими способами. То есть еще пока никто не разработал, как это сделать. И смотрите, вот у нас есть для сравнения 5 товаров. В одинаковой категории мы четко понимаем, что все эти 5 товаров находятся в категории «большие размеры». Как мы можем это проверить? Как раз-таки нам в помощь идет Google Chrome. На всякий случай, да, действительно мы хотим убедиться, действительно ли данный товар находится там. Мы нажали категорию, ну, нажимаем на подробнее на Market Guru, нажимаем категории рейтинг. У нас чисто выходит эта карточка, и по ней все сказаны, все категории. И мы видим женщины большие размеры, женщины большие размеры. Все, нам точно подходит. Но на всякий случай нам надо сравнивать несколько товаров, потому что мало ли. Мы нажимаем такую функцию, как Command F на MacBook'ах или Control F на Windows операционной системе. И вводим большие. Что-то связанное нам необходимо найти с большими размерами. Большие размеры. И видим, что в подразделе, в разделе, в поле назначения у нас есть большие размеры. Смотрим, есть ли еще что-то похожее в характеристиках. Нет, не находим. Давайте проверим также вторую карточку. Смотрим. Назначение, большие размеры. Ну, либо также через раздел Command F. Все. И третью, на всякий случай, для убеждения. Command F. Большие размеры. Все. Условно мы понимаем, что нам в поле, что нам в раздел назначения необходимо написать слово «большие размеры» для пиджаков. И тогда мы появимся в больших размерах. Вот так это и происходит. Так вот мы ищем доп. Категории. Да, немножечко рутинная работа, но на самом деле, когда ты уже делаешь это несколько раз, ты набиваешь руку, и ты в целом уже, ну, запоминаешь, потому что тебе, возможно, товар уже попадался. И в дальнейшем намного работа упрощается.
А поначалу, ну, придется немножечко позаморочиться, скажем так. Вот. В целом, сегодня мы разобрали такой урок, как необходимо искать дополнительные категории, как находить как раз-таки те самые слова, писать их в те самые поля, чтобы оказываться в тех самых дополнительных категориях. Переходи в следующий урок, и мы рассмотрим, что такое ключевые слова, как их находить и как создавать из этого описание.